Во Франции уровень безработицы достиг самого высокого показателя за последние 16 лет. Таким образом, президенту Франсуа Оланду не удалось сдержать одно из ключевых своих обещаний. Число безработных в стране перевалило за 3 миллиона. Кроме того, во Франции за последние два года ввели 84 новых налога. Две трети населения страны называют их высокими. При этом подавляющее большинство граждан уверены, что экономическая политика главы государства неэффективна.